Я бы хотел еще сказать нашим гражданам, особенно тем, кто выступает активно против проведения прививок, и тем самым, на мой взгляд, поступает провокационно. Это провокаторы, те люди, которые так говорят. Отговаривают других, приводят невероятные небылицы о вакцинах, и тем самым неуверенных, неустойчивых психологически людей как-то отодвигают от прививок. Это во-первых. Во-вторых, у нас достаточно много законов, федеральных законов, которые позволяют в определенных ситуациях, и новая коронавирусная инфекция – это как раз глобальная ситуация глобального характера, которая требует исполнения этого законодательства. И в одном из последних федеральных законов, который был принят в декабре 2020 года о биологической безопасности в Российской Федерации, сказано, что кроме прав, люди, граждане еще обязаны не ставить в ситуацию остальных окружающих в плане распространения возбудителей опасных инфекционных заболеваний. И я хотел бы еще напомнить, что возбудитель новой коронавирусной инфекции относится ко второй группе эпидопасности. То есть у нас первая и вторая группа эпидопасности – это особо опасные инфекции. И ни в коем случае не надо сравнивать возбудителя новой коронавирусной инфекции с обычным вирусом гриппа.